Человечка, а ты можешь из этих цветков приготовить нам оладушки? Ну, если только ты мне поможешь. Капец! Я теперь что, должен эти цветочки резать? Хотя-то напишите в комментах, а вы умеете резать всякие помидоры, луки с огурцами? Теперь корешек должен сбить яйца. Капец! Я для вас что, кухонный комбайн? О, у меня есть идея! Перемешаю ногами. Я сибирский хаски, я бандит, и я не строю глазки. Хаски, я сибирский хаски, я бандит, и я не строю глазки. Чё, как? Всем хосячий привет, меня зовут Бандит, и я первый в России хаски видеоблогер. Мы не няши, мы злобные волки, так что к тем, кто не подпишется на мой канал, я приду ночью и укушу за бочок. Парни, я вернулся с турнира с победой! Мы очень рады, что ты приперся. И что за победа? Мы заняли первое место на этом этапе. И по итогу сезона заняли второе место на чемпионате Юга России. Капец ты крут, младший человек. А дай медальку позырить. Ну вот, смотри, серебро настоящее. В смысле серебро? Никакое это не серебро. Да нет, ну второе место это серебро. Вы мне лучше расскажите, что у вас тут было, пока я был на турнире. Короче, младший человек, как ты помнишь, у нас в городе на площади появился древний хаски, а потом город взорвался. Ну да, это я помню. А потом я на турнир уехал. Бублик, скажи, а наш человек вообще нормальный? Его город взрывается к чертовой бабушке, а он спокойно едет на хоккейный турнир. Человеки вообще странные животные. Никогда не поймешь, что у них в голове. Ну а дальше что случилось? А дальше мы с Бублятиной и Коржатиной внезапно переместились в будущее на год вперед. Древний хаски к тому времени уничтожил всю землю и населил ее ужасными монстрами. Они ходили там и рычали страшными голосами. Но нас спасла твоя одноклассница Ксю. Ксю? А где же были все остальные? Остальных не осталось. Она была единственной девушкой на планете. Мы хотели ее спасти, как и всех остальных, но использовали последние крохи хосячей магии и смогли наколдовать только старые вонючие сапоги. А зачем ей сапоги? А фиг его знает. Но потом нас нашли монстры, и мы очнулись здесь. В этом мире вроде все так, как и в нашем. Видишь, ты же помнишь про древнего хаски? Парни, подождите. Я думал, что история с древним хаски это сон. Я же потом на утро поехал на турнир. Никакой это не сон. Это сейчас какая-то параллельная вселенная, где нет твоих одноклассников. В смысле нет моих одноклассников? А ты проверь телефон. Наверняка вся информация о них стерта. Даже контакты. Капец, что происходит? Их реально нет в моем телефоне. Даже фотки совместные исчезли. Короче, древний хаски постепенно уничтожает все вселенные, стирает абсолютно все. Скоро и нас сотрет. У твоих одноклассников он тоже высосал всю магию, и они сейчас находятся в другом мире иллюзий. То есть после взрыва древней статуи хаски образовалось несколько миров иллюзий? В одном из них мы с Даней поехали на турнир и привезли победу. Мы сейчас в этом мире, да? Вы смогли побывать в будущем настоящего мира. И вернулись сюда, в мир иллюзий номер один? Молодец, соображаешь. А в 8-й А Кулкиц попали в другой мир? Так получается? Да, они были в мире иллюзий номер 2. Их отправная точка – это момент, когда древний хаски высосал из них магию. Они заснули и уже 3 недели находятся в мире иллюзий номер 3. Капец, вложенные миры, как матрешка. Единственный, кто может помочь, это наши подписчики, которые сейчас находятся в мире иллюзий номер 4, и только у них есть возможность связи между всеми мирами, которые создал этот вонючий каменный пес. Кстати, хосята, видите этот скрин? Всего 33% подписаны на канал, а 66% смотрят без подписки. Вы совсем ку-ку? Это же очень обидно. Я стараюсь для вас, а вы даже не подписываетесь. Подпишитесь, пожалуйста, чтобы не пропускать мои видосы, и колокольчик жмякните. Спасибо! И что могут ваши и наши подписчики? Мы их просили сообщить письмо Муа, что мы собираемся вернуть хосящую магию, чтобы дать им надежду. Потому что в их мире иллюзии номер 3 совсем все печально. На них нападают различные монстры, то демон Чебурашка, то еще какая-нибудь фигня. А недавно их сожрал огромный SCP-червь. В этом мире иллюзий есть монстры? Вообще-то полно! Иногда к нам приходит поиздеваться сам древний хаски, а недавно и подружку свою притащил великую мать Мегафон. Она его подружка? Ну я, если честно, в их отношения не вникал, но то, что она с ним заодно, это точно! И вот они вдвоем пугают нас, пуская в нашу квартиру всякую нечисть, например, мультяшную девочку Йо-Йо. Я девочка Йо-Йо, наша проклятая мать. Хочу я мясо хаски, сожру.
Капец, и как вы с ней справились? Она же очень опасная. Мы же грозные волки, но в этот раз победил лис. Меня же не зря за глаза называют генератор вонючих кучек. Ну вот, когда я ее увидел, со страху и того. Оказалось, что у Йо-Йо аллергия на коржачьи кучки. Она туда нечаянно вляпалась и исчезла. Итак, вы сообщили 8А, что помощь скоро придет. Но как вы вернете хосячую магию? Поздравляю, младший человек, ты дебил. Ну-ка вспоминай, как мы ее получили. Но ты слопал волшебный цветок, и с этого момента все началось. Короче, мы уже 3 недели ходим по лесам и ищем новый волшебный цветок, но пока еще не нашли. А как вы поймете, что он волшебный? Вдруг таких больше нет? Поверь, я его точно отличу от обычного. Короче, хватит сидеть, пошли искать цветочек. Парни, ну реально, тут все цветочки одинаковые. У меня предложение, давайте сожрем их все. Если среди них будет волшебный, то проблема решена. Гениально! Ты представляешь, сколько их тут? Это ж несколько тонн цветов нам сожрать нужно. Только мне кажется, что у нас будет расстройство пузяки. У вас обоих расстройство мозгов. Цветок надо искать специально и сожрать его отдельно. Мы должны сделать все так, как и в прошлый раз, рыжая сопля. Ну что ты встал попой в камеру, ищи цветок давай. Я размышляю, пенсия. Если все сделать как в прошлый раз, то тебе нужно просто сожрать рандомный цветок. Я так уже делал, нифига не получалось. Для того, чтобы его найти, нужно подумать о главном в жизни. О оладушках, что ли? Точно, Коржатина, ты все-таки гений. Нам нужно сорвать любых цветков и сделать из них оладушки. И когда я их сожру, то к нам вернется магия. Человечка, а ты можешь из этих цветков приготовить нам оладушки? Ну, если только ты мне поможешь. Капец! Я теперь что, должен эти цветочки резать? Хозяева, напишите в комментах, а вы умеете резать всякие помидоры, луки с огурцами? Теперь Корожик должен сбить яйца. Капец! Я для вас что, кухонный комбайн? О, у меня есть идея! Перемешаю ногами. Ну а теперь добавляем наши цветы, кефир, муку и бублик все перемешивают. О, это я умею! Я вообще профессионал по перемешиванию, потому что я собака-перемешака. Прошло 10 минут. Бандит, оладушки готовы. Так-так-так, боюсь спугнуть, но кажется, ко мне вернулась магия, надо проверить. Хасямба, масямба, все в квартире, капец, говорямба! Капец! Папа-пася, отец. Что тебе нужно, рыжая сопля? Орехи вкусные? Да, и бублики. Капец. Папа-пася, пенсия. Чего тебе надо, рыжее недоразумение? Почему мы называем наших подписчиков хосятами? Потому что мы хаски. И что с этого? Они нам что, дочки и сыночки? Ну, можно и так сказать. Ты тогда папой и дедушка 1 000 000 раз стал. Тогда ты тоже. Капец, какие мы старые. Папа, Пася, отец! Ну чего тебе рыжая сопля? А кто такие цыплята? Маленькие желтенькие существа. А волки едят цыплят? Ну да. А Коржик какого цвета? Желтого. То есть Коржик маленький и желтенький. Но ведь тогда он цыпленок. Пошли жрать Коржика! Коржик, иди-ка сюда! Папа, Пася, отец, ответь мне! Чего тебе надо, рыжая сопля? А из чего делаются шубы цыпочек? Из меха волков. То есть из нас? Капец! Папа, Пася, отец. Батя! Чего тебе бубленция? Что такое оладушки? Ну это еда, которую делают из муки. Но мы же волки, а волки едят мясо, а мы муку. Кстати, да. Капец! Папа, Пася, отец. Ну чего тебе рыжать чудовище? Мяу. Капец, бублик, ты что мяукаешь? Мяу. А, спасите, помогите, бублика вселился Серега! Пап, отец, пенсия. Чего тебе? А почему ты отзываешься только на пенсия? Блин, спалился. Капец, капец, капец! Папа, Пася, отец. Чего тебе рыжая сопля? А кто такие бандиты? Бандиты это те, кто воруют вещи. Ты ведь бандит. Чьи вещи ты воруешь? Твои. Капец! Так вот куда косточки пропадают. Хосята, спасибо огромное за просмотр. Поставьте лайк, пожалуйста, и прислайте свои арты в нашу группу ВК. Ссылочка будет в описании. Вы все отлично рисуете, и у вас клёвый режим творчества. Нету краше морды нашей, мы волчары, мы не няши, самый знаменитый.